Историческая программа «Сделано в Вятке» в эфире на 101.0. Добрый день, меня зовут Владимир Сметанин. Сразу же хочу поприветствовать гостя студии. Это Евгений Питонин, историк, краевед, президент Вятского ретро-клуба, руководитель Музея инженерных наук при ВятГУ. Добрый день, Евгений Альбертович. Здравствуйте всем. Да, добрый день. Вы знаете, идея сегодняшней программы вызревала давно, так какими-то отрывками, фрагментами, в том числе викторине «История создания». Я рассказывал кое-что из истории автомобильного транспорта, и было желание из истории автомобильного транспорта на Вятке, уточню, безусловно, на Вятке, в Вятке, в Кирове, в Кировской области, впоследствии. И вот хотелось такую большую программу собрать, и представила сегодня такая возможность. Вы, безусловно, специалист в этой сфере, в частности, у вас есть книга, которая вышла в 2006 году, да? Да. «Автомобиль на Вятке 100 лет», как раз-таки за 100 лет до этого, в 1906 году всем известная история произошла, я думаю, что всем известная история с купцом Кузьмой Лаптевым, который первым у нас обзавелся автомобилем и, ну, такой фурор произвел, да, на жителей Вятки. Вы знаете, я так и не выяснил, что за автомобиль-то был. Ну, а консервативный город, и я вот начну с того, что на днях я тут перед передачей снова листал архивы, посмотрел на портрет Кузьмы Игнатьевича Лаптева и нашел в нем поразительное сходство с губернатором Белых. С губернатором Белых. Портретное сходство. А я помню, видел, да, в интернете, он же такой, ну, да, такой, да, добротный, да, такой, да, мужчина. Ну вот портрет, да, такой. Несмотря на то, что из семьи староверов, ну, на этой истории я не буду, наверное, особо зацикливаться, потому что она всем известна. Насчет появления первой машины 16 февраля 1906 года. Выехал он, даже я адрес проследил, у него дом был, это угол Спинчинской и Стефановской, то есть молодой гвардии Эрлолипнехты. И вот доехал он, ну, видимо, поехал через Театральную площадь, и доехал он до угла Спасской и Николаевской, Ленина и Спасской, да, сейчас, где он разогнал конный обоз с рыбой, и, в общем-то, можно сказать, что первый выезд на автомобиле в городе завершился первым в истории Вятки ДТП. Тут все описано, переписано, рассказано тысячу раз. Мне просто вот, ну, то, что не было установлено у нас, на чем это было, тут удалось. То есть это неизвестно. 10 лет назад все-таки машина была иномарка, это Фиат. После того, как он заработал денег на поставках меховых изделий в армии, видимо, полушубков, поехал в отпуск или там куда-то в Италию, и вот привез оттуда подержанный 904 года Фиат. Фиат — это, кстати, фабрика Итальяно автомобиля Торино. Да, 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 аббревиатура. И потом мне стало интересно, почему все-таки вот настолько он пугал обывателей, шумит и гремит та машина, пугает. Там сохранились, да, эти воспоминания. Завидев ее обыватель, под землю укрыться готов, а почему? Ну, дребезжит машина, ну ладно, ну дребезжит там метров 50 уже не слышно. И почему-то у меня возникли ассоциации с нашими дрэг-рейсерами, которые еще недавно ставили огромные глушители и с ревом мчались по ночному городу. И вот представьте, оказался прав. Вот этот Фиат, первый автомобиль на Вятке, ну, мощность, представьте, 4,5 лошадиных силы. Это мопед, и то сейчас мощнее. И поэтому для того, чтобы машина тянула сильнее, там было устройство, которое отсоединяло глушитель на ходу. Вот едешь ты в гору, и машина у тебя, чувствуешь, не вытянет. Сопротивление. И, да, на специальный рычажок. Глушитель отключается, поэтому раздается страшный рев, но авто бежит резвее. Ну, современное. Вот поэтому она пугала лошадей, обывателей. Глушитель. Люди разбегались, писали фильетоны в газеты. Вот, а это была механика, это было продумано. Вот. Это же был уже полноценный двигатель внутреннего сгорания. Внутреннего сгорания. Да. Это вот один из первых авто. Ну, долго он не прожил, потому что, ну, сколько он, год-два, может быть, от силы по нашим дорогам. Сейчас вот я ехал со стороны Костина, дороги безумные, хуже, наверное, не придумать у нас в губернии. В ту пору тоже были дороги, естественно, может быть, и мощенные, но машину это быстро свело на нет. Количество, да, мощенных дорог с твердым покрытием было, ведь, да, в то время очень незначительное. И после войны-то их практически не было. И потом, по статистике полицейского управления, автомобилей не было до 10-х годов. А потом уже поперло и вице-губернатора, и все-все-все. Но уже машины были помощнее, комфортнее.
А вообще первый русский автомобиль, он когда был создан? Это именно в России. Это конец, по-моему, 19 века. Да, наверное. Тут же пошла тенденция. Сейчас идет спор, кто, где, когда. Идеи приходили одновременно. Вот интересно, будто бы какой-то клапан в голове, но, видимо, были технические достижения. И это. Вот представьте, например, электромотор могли создать вполне и при Иване Грозном. То есть была проволока, был металл, были все необходимые ингредиенты, было производство, которое, вот не было идеи. А к концу 19-го был паровой двигатель, то есть были механизмы движущиеся, и идея приходила в голову там и там и там. И Шамшурин, это, конечно, не совсем автомобиль, но, тем не менее, что-то движущееся. Первый авто, в общем-то, был импорт. Кстати, первое авто вообще в России был у журналиста. То есть наши коллеги дают, вот был одесский журналист, он вообще первый авто. Но я-то еще хотел остановиться. Автомобили, это ладно, бог с ними, но в 10-х годах стали появляться мотоциклы. И вот представьте, кто был первым байкером у нас на авиаторе. А вы мне вчера рассказали. Да, очень известная личность. Это было, я нашел в блоге, в одном здесь, оказался фотограф Лобовиков. Он Сергей Александрович. Да, убил себе мотоцикл Wanderer. Ну, что за мотоцикл? Да, давайте. Этот подумаем. Мотоцикл, он, конечно, больше был похож на мопед, потому что у него был педальный привод, 1,5 лошадиных силы, и привод на заднее колесо передавался не цепью, а кожаным ремнем. Но, видимо, такого не очень упитанного лобовикового это средство могло перевозить. А страна производителя этого мотоцикла? Вандерер, Англия. Англия? Он, да, иномарка, все иномарка. И вот он ездил, у него... Видимо, была дача-недача, но что-то было на филей, и он на фото этюды туда ездил. Потом появилась группа, и, видимо, первый байк-клуб, ну, был яхт-клуб, а формальный, а неформальный, наверное, байк. Тогда еще байками не называли, мотоциклы или мотоциклетки. Занятие было опасное, потому что даже в магазинах специально продавали легкие револьверы для мотоциклистов, для отпугивания собак. Но собаки это собаками, а больше-то боялись, конечно, крестьяне, стада, лошади. Ну, не то, что боялись, а очень консервативно и предвзято относились, поэтому уходили на дорогу с вилами, с лопатами, и несчастных первых мотоциклистов гоняли. Вот поэтому... В общем, не просто это все переживалось. Да. А как вопрос с топливом решался? Вы изучали, откуда привозили? Топливо, бензин, керосин... Если по тем временам, то даже не берусь сказать, где. Где-то в лавках, наверное. Было полно керосиновых лавок. Это понятно. Которые да, сохранились до 60-х годов. А так у нас первая в истории Вят и Ирова отмеченная автозаправка перед войной, она была во Враге, вот на улице Герцена, Враг за 40. Угу. Вот там была первая, единственная АЗС, она не сохранилась. Вот. А в те времена, наверное, все-таки покупали в бидончиках или в чем-то носили топливо. Бензин был не этилирован, он был... Ну, я даже с детства помню, что там и запах-то другой совершенно приятнее был у бензина. Без всевозможных присадок. Ну, вот такие вот первые шаги. Да, и так 10-е годы, да, вот такой бурный рост. 10-й рост до революции. Началась Первая мировая. Ну, тоже машины, конечно, были изъяты. Не было же ни автосервиса, ни служб каких-то. Их быстро приходили в негодность автомобили. Вот люди выезжали, приезжали, а в 17-м, естественно, все автомобили были реквизированы. Угу. Вот, то есть перешли в собственность государства. Сохранилась одна интересная фотография 17-го года, где наше вязкое революционное руководство сидят с каменными лицами в кожаных куртках в автомобиле. Вот, автомобиль тоже очень интересный. Я его... Хотя потом оспорили в интернете, но я его позиционировал вообще как Руссобалт. Это знаменитая фирма была. Вот. Руссобалт, я посмотрел, у кого был, но был он только у купцов в Елабуге. Вот. Ну, естественно, если у нас Елабуга входила в нашу губернию, и у нас власть появилась здесь, то они все лучшее под себя могли пригрести и сюда его перегнать. Да. Но этот автомобиль, конечно, он уже был не в частных руках, он был и прострелян, по-моему, на фотографиях, и помят, и, в общем, и все коллективного пользования долго не прожил. Вот. Ну, после этого снова была большая-большая пауза. И автомобили стали появляться уже наши советские в 20-е годы. Ну давайте к этому 20-м годам уже перейдем после небольшой паузы.
Да-да, про историю автомобильного транспорта в Вятке мы сегодня говорим. В нашей передаче, я напомню, что гость студии Евгений Петунин, историк-краевец, президент Вятского ретро-клуба, руководитель музея инженерных наук при ВятГУ. Евгений Альбертович, вот на рубеже там 10-20-х годов уже можно говорить о каком-то конкретном количестве автомобилей, которые существовали? До 10-е, наверное, до начала, до середины 20-х, если, дай бог, доживало то, что есть. Может быть, у нас были умельцы, типа Адама Козлевича, которые там какую-то дореволюционную антилопу гну там реанимировали и с ревом ездили по Вятке. Но будем говорить, что, ну, наверное, все-таки в конце 20-х стали появляться первые авто и грузовые, ну, единичные грузовые, легковые ГАЗ-А, ГАЗ-АА, там, когда запустили завод, это уже ближе к 30-м, сохранились фотографии такие из старых газет, например, люди едут в открытой машине ГАЗ-А в легковой, и написано где-то в сторону от Глазова: у нас дорога сейчас сделана настолько хорошо, что отдельные автомобили могут развивать скорость до 40 км в час. По тем временам вот эта фотография, это, наверное, безумно захватывалось. Да. А, кстати, мы забыли ведь о том, что с появлением-то автомобилей первых вскоре Гурдума ведь и правила создала дорожного движения. Были правила, потому что все же ездили как хотели, и ДТП же произошло в первый день, Дума принимала решения. Ну, в принципе, они были разные, но в основном тенденция звучала так, что приоритет пешехода, приоритет гужевого, да-да-да, и приоритет автомобиля в последнюю очередь. Но у нас не было таких маразмов, например, как в Англии, когда всячески. Вот почему английская автомобильная промышленность, она долгое время отставала от там, американской, германской даже, потому что принимали ограничения вплоть до того, что впереди автомобиля должен был идти человек с красным флажком и предупреждать о его движении. Вот, ну, все ради безопасности. Дума в Вятке не додумалась, чтобы впереди кто-то шел, и чтобы скорость была не более 5 там, миль, ну, это километров 7 в час по городу. Угу. Поэтому и автобусы, автомобили вот в Англии, они приняли нормальные законы, у нас вот этим-то не тормозили. Вот. Но я вернусь за 20-е, да, вот, в 30-е. Вот в основном-то поперло к нам массовые автомобили в 30-е годы, начиная с 36-го, когда в Москве стало проходить мероприятие под названием, сейчас бы его назвали трейд-ин, то есть такой принудительный советский трейд-ин, когда выпустили знаменитую М-ку, Марусю Молотову, угу, и другие машины, и решили, что в Москве и крупных городах Союза, Минск, Киев, там, Тбилиси, эти старые машины, они не украшают города, вот эти ГАЗи и прочее, на базе Форда были сделаны. Да, на скопировке Форда было. И поэтому вынуждены были обменять даже у частных владельцев. Вот хочешь ты, не хочешь, М-ка была довольно сырая, тяжелая машина, а если даже какой-нибудь там летчик, полярник там, или ученый, или крупный военный, он имел свою любимую ГАЗ-А автомобиль, то ему принудительно приходила бумага, говорила, что нет, вы по столице не можете ездить, не портите вид нашего главного города, и поэтому вот вам М-ка бесплатная, а эту машину мы в провинцию отправим. И поэтому вот я тут поехали. Старые подержанные машины, фотография село Никульчино, первый автомобиль в Никульчино. Дети облепили, автомобиль, кстати, принадлежал газете «Ироская правда». Ну, тоже вот, внимание уделялось. Да, это фото. И в Москве, даже если частник выезжал на автомобиле старой марки, если он был за рулем, и его штрафовали, но самое интересное, что и пассажиров на 100 рублей штрафовали, вот если машины не были обменены. И в итоге из центральных городов, в основном-то весь автопарк и базировался, вот эта масса подержанных авто была отправлена в регион. В общем, такими мерами, в том числе штрафными. Вот, представляете, вот, если говорят, вот там фильмы старые были, где Ладынина ездила на мотоцикле, да такой мотоцикл, если бы это, скорее всего, один из ранних Ежей. У нас, конечно, первый был Союз, мотоцикл еще до революции создан, но после революции вот уже начали делать. То если бы даже 100 колхозов у нас в Вятской губернии скинулись бы деньгами, они бы просто не смогли купить, для, тем более для почтальона, какой-то мотоцикл. То есть дорого это было? Да. Дорого, очень дорого. А от
автомобили, вот так же говорят, для фильмов, например, в Крыму, когда снимали посевную работу, то брали несколько колхозов и все трактора изымали, на одно поле свозили, и они под объективом инокамеры, они пахали, что вот создавали такую картину в колхозах. И в войну ведь это было редкостью, даже переедем в 40-е годы, когда в войну редко приезжал газогенератор на грузовик, это для детей было событие. Вот мне один житель того времени рассказывал, что надо было догнать его. Специально дежурили на улице, знали, где едет грузовик, были клюшки такие, типа вот, вот очерга в печи, что-то мешает, я же проволочный. И были, и вот надо было догнать грузовик, уцепиться за кузов там и за ним проехаться. Это вот такие развлечения, забавы, да. Забавы были. И однажды они жили в Трифоновом монастыре, там были коммунал, и в гору грузовик поехал. И вот этот еще по тем временам, он совсем маленький, был 36-го года рождения, у него не было коф, он решил на валенках, на подошвах, а, видимо, этот клюшка была, уцепился, и за грузовиком поехал, поехал, упал, а осталась прицепленная клюшка и рукавица, в ней были талоны на пропитание. И он это, да, голодная гибель, большие проблемы, и поэтому он бежал, бежал аж до стадиона «Динамо». Грузовики ходили медленно, и он за ним бежал, падал по сугробам, по нечищенным улицам, да, догнал и нашел, видимо, своего. А, кстати, госавтоинспекция тоже была в то время. Госавтоинспекция тоже была в то время. Кстати, она следила за этим. Очень мне удалось встретиться с нашим первым сотрудником ГИБДД, это знаменитая фамилия Церков. Тем более, случайно недавно удалось его потомкам здесь повстречаться. Он вообще чуть не до 100 лет дожил, вот он стоял у истоков создания, очень интересный человек. Конечно, про ДТП я чуть попозже, это мы перейдем к 50-м. Я вот, мы въехали сейчас в 40-е годы, у нас доехали до 40-х. Началась война, и все автобусы, они подлежали, конечно, изъятию, мобилизации, отправке на фронт. Это дело происходило у нас на улице, ну, тогда она была Степана Халтурина 2, вот где Ираф Автодор, и где был до недавнего времени ОМОН, там есть магазин Алми, там площадка, вот, там вот все машины у нас с колхозов, это все. Это квартал вот между Казанской, да, и Лениным. Свозили, там их ремонтировали, отправляли на фронт, оставались единичные, ну, НКВД, там, армия, может быть, обком, и это были машины. А если не ошибаюсь, там позже таксопарк появился? Там таксопарк появился позже. Нет, там был, когда первые троллейбусы, то там потом первое троллейбусное депо уже было. Ну, хотя, это, ладно, об этом привезли, это тоже 43-й год уже. Вот, и поэтому все автомобили были вычищены, вывезены, мотоциклы тоже. Ну, конечно, прятали, но у нас не попрячешь. Но это было не только в России, в СССР, в Германии тоже мототехнику. В общем-то, пришлось на армейские цели мобилизовать. И вот недавно историю прочитал забавную, что где-то в Берлине буквально вот года два назад ломали дом. Сломали и нашли замурованный в стену мотоцикл БМВ. Это как хозяин хотел его оставить. Да, чтобы не отдавать, он замуровал в дом и, видимо, там с разными коллизиями нашел. Вот этот мотоцикл, он хорошо сохранился и, в принципе, даже может ездить. Я не знаю, у нас, а вдруг и у нас кто-нибудь вот замуровал довоенный мотоцикл какой-нибудь Вандерер где-нибудь в старом доме, он ждет своего часа. Хотя находили люди, я знаю, что вот есть такой у нас один мастер по фамилии Мельников Сергей Николаевич, у него есть и довоенные мотоциклы, он сейчас вот собирает их. А, кстати, я хочу сразу спросить, в современность перенести, это вот сейчас можно посмотреть в рамках ретро-клуба того же? Эти же М-ки есть у нас? Вот, ну, дошедшие до наших времен? Есть, у нас вот у меня Виллис есть, даже и не один Виллис, еще появился, есть и мотоциклы. Сейчас при Музее инженерных наук ВИАДГУ будет создана экспозиция, в том числе и по мотоциклам, по машинам. Музей, он располагается в инженерии?
Основная будет часть в инженерии, но там, если кто бывал, то после такого ремонта на мраморный кафельный пол мотоциклы тащить — это кощунство, поэтому обещано другое помещение. Я думаю, что оно будет уже в центре города, и старые мотоциклы, у нас их набрано уже около 20, даже, ну, если из частных коллекций, то 30 машин мы можем выставить легко. Я думаю, что это вопрос времени, может, даже осенью в городе будет работать музей мотоциклов. Вот. Возвращаемся обратно. Возвращаемся в ДТП. Это надо будет переехать в 50-е годы. Мы не идем, а едем, да? Да, ну потому что у нас автомобильное путешествие. Или я предлагаю все-таки прерваться сейчас на рекламу. Давайте. Время бежит быстро. Реклама, и продолжим дальше. Сделано в метке. Перед тем, как продолжить наш разговор, хочу сказать еще спасибо нашему партнеру, компании «Вятич». Кстати, «Вятский квас» второй год стал официальным напитком крупнейшего ежегодного всероссийского фестиваля русской культуры и «Русское поле». Фестиваль пройдет 6 августа в Москве, в Царицыно, при поддержке правительства столицы. В прошлом году «Вятский квас» произвел фурор и пользовался небывалым спросом у гостей. Более того, во время фестиваля «Вятским квасом» угощался мэр Москвы Сергей Собянин, патриарх всей Руси Кирилл благословил русский национальный напиток «Вятский квас». Продолжаем. Напомню, что в гостях у нас Евгений Петунин, историк, краевед, президент Вятского ретро-клуба, руководитель Музея инженерных наук при ВятГУ. Кстати, после Великой Отечественной это транспорт, его количество стало увеличиваться, ничего не вернули. Долгое время не могли, конечно, вернуться к довоенному периоду. Вот интересно, смотришь фотографии сейчас, старые ветки довоенные, там первые послевоенные с ним, и вот где-то машина у гостиницы центральной, автобус идет по городу, и думаешь, о, как движение было. А если вот вдуматься, то это автобус, это событие было. Даже в войну интервал движения троллейбусов был 1 час, автобусы примерно с таким же интервалом ходили, то есть если за день он 3-4 раза вот по улице этой Ленина проходил, или по центральным улицам, это было событие. Вот, или грузовичок какой-нибудь. Я помню, что мы даже в 60-е годы жили в Хрущевке напротив сельхозакадемии нынешней, и домов не было больших, все были деревянные. Было видно улицу Карла Маркса, вот эту стрелку Горбачева, Горбачева, Орловская, и вот там дальше. И мы сидели и загадывали, откуда проедет автомобиль. Справа или слева, и можно было 2-3 минуты, там 4 спокойно сидеть. Обычно грузовик или троллейбус, редко легковые. Вот даже в 60-е, в первой половине 60-х вот, было такое неинтенсивное движение. А лошадки при этом? Есть. Живой транспорт тоже продолжали передвигаться. Да. А куда деваться? И даже первые дома строили, когда даже хрущевки, то использовали гужевой транспорт грузовой. У нас вот, я думаю, что бедные лошадки это легковые, еще бы куда ни шло, но ломовые лошади это да. Вот у нас в семье, например, была лошадь-мальчик, ее звали, она состарилась, вот в 32-м году ее сдали в извоз. Вот до сих пор мне как-то жаль эту лошадь, она старая, ухоженная, жила дома, а сдали в извоз. Ну, наверное, гуманнее, чем на мясокомбинат, но не знаю. Как член семьи, конечно. А самое печальное, вот попалась фотография, грузовой обоз везет, видимо, что-то тяжелое по Раздерихинскому спуску. Бедные лошади там же, вот баржи приплывали, непосредственно что-то разгрузилось, и вот эти лошадки, они еще там, ну, конечно, было и грязь, и все такое, но в эту гору вытянуть что-то вот. Ну, конечно, гужевой транспорт вот, в гору, почему-то ассоциация, что есть такое предание, что на чем сделали первичный капитал предки купцов Вахрушева, это то, что там тоже была гора огромная, и вот когда лошади, они выдыхались, выбивались из сил, замедляли движение, то наверху у горы в кустах ждали ребята с тенями, которые выходили и могли там востребовать все, что им хочется. Ну, автомобиль так, что у меня когда-то был запорожец, и поэтому, вот особенно едешь когда в сторону Суны, где были горы большие и длинные, тягучие, то он перегревался, он едва, он хрипел, он весь там трясся, машина Козьмы
Лаптева точно так же пугал всех, перегревался, и поэтому я выключал двигатель и катился вниз, хоть и да, по инерции. Воздушное охлаждение, кстати, хоть чуточку. Да, это были ведь 90-е годы, там, 80-е. Так 50-е, да, вы в перерыве сказали, что там некая вольность появилась после ухода Сталина. ДТП очень были плохие сведения о ДТП в 50-е годы. Почему? Когда стали разоблачать культ личности Сталина, и оттепель, не оттепель, но элементы демократии возникли, демократия — раз свобода, а свобода — это всегда в России вседозволенность, поэтому много-много стали ездить пьяными за рулем чиновники, совслужащие, рядовые шоферы, и поэтому вот была масса ДТП, даже местная пресса писала, что за рулем председатель колхозов, были ужасные случаи, когда люди переворачивали целые груженные автомобили в реку с парома. Вот у нас в 54-м году была нашумевшая авария, это в районе ОЦМ, вот моста через железнодорожные пути не было, и с ночной смены грузовик вез рабочих и влетел под поезд на нерегулируемом переезде, было много жертв. Ну, об этом знают истории, и только ДТП было действительно даже при той интенсивности движения немало, но тогда же не было таких новостей, где их тиражировать. Тем не менее, вот, может быть, даже когда-то я пытался писать книгу «Убийства», которые потрясли Вятку, да, вот, вдохновиться и сделать, вот, если заинтересует, конечно, соответствующая структура, это сделать ДТП, которые потрясли Вятку. ДТП, которые потрясли. Тоже мысль, наверное. Это наверное, это часть истории, это, наверное, многим отрезвит головы во всех смыслах и, может быть, повлияет на безопасность. Вот если представители ГИБДД эту передачу слышат, то почему бы и нет? Запросто. Как госавтоинспекция с теми пьяными водителями боролась? Госавтоинспекция был маленький такой кабинетик на улице Молодой Гвардии в 60-е годы. Это вот где сейчас большой пристрой, новый пристрой УВД они занимали. Там часть у них и машин-то там было, боже мой. Если даже представить, что вот в ином грязи автомобиля на мотоцикле М-72 милиционер, то это герой, был большой прогресс, герой, потому что пешком ходили, была машина ГАЗ-69 вот, с брезентовым тентом, потом уже стали появляться. Все-таки и милицию, и ГИБДД стали механизировать, это уже в 70-е, 80-е годы. Если помните, в 70-е был такой развод техники на Театральной площади, стал входить в моду, когда выезжала масса мотоциклов в желтых синей полосой милицейские и БДДшных, да, вот, ходили, но вот мало кто знает, насколько и представляет, насколько тяжелая была служба и водителя, и мотоциклиста. Вот бедный патрульный мотоциклист, когда он, они же и зимой в шубах, и в меховых штанах, и в осенью, весной в дерматиновых куртках по бездорожью на мотоцикле, это же смену надо отработать 12 часов, там, ну или 8 по-разному. Говорят, приезжали в гараж милиционеры, мотоциклисты и друг друга в этих своих дерматиновых костюмах из кожзаменителя дубового такого, они шланга обливали водой, чтобы щетки смывали грязь, да, и переодевали, шли домой, потому что все были в грязи. Не менее была служба, ну, полегче, конечно, но тем не менее, вот первые такси, это автомобили «Победа», массовые такси были и до того, тоже, ну, «Победа» плохо отапливалась, печка едва-едва хватала, это чтобы... 50-е, да, уже годы, 60-е? Да, после войны они, 40-е, 50-е, и поэтому таксисты, они сидели в ватных штанах, в валенках, и вот униформа всегда, даже вот если вы помните, ну, пример «Джентльмены удачи», таксист в свитере, в чем-то теплом, это вот дань традиции, потому что в машине прохладно, а в «Победе» вообще было холодно, ватник. Да что говорить, это такси первые, бедные троллейбусницы, когда у нас троллейбусы появились в 43-м году, это надо было прийти этим девушкам, которым было 18, 20, там 25 лет максимум, прийти зимой, холод минус 30, прийти в 5 утра, наносить воды, разогреть все этой горячей водой, отлить там тормоза, двери, чтобы открывались. Вот. Ехать у них тоже не было отопления в троллейбусе, они ездили в ватных штанах, одевали шубин и тапочки, и эти шубин еще вален и огромные. Вот. И кроме этого не было кабины у них своей, и поэтому, если троллейбус набивался
полный, то прямо вот на водителя на спину наваливались ему здоровенные. Не было этой перегородки, которая отделяла водителя. Да вообще ничего не было. Вот если, к примеру, троллейбус ходил по улице Московской до Комсомольской площади, там была пивная, вот там толпа мужиков, вот они ждали троллейбус, подъезжал троллейбус, залезали битком. Окна открывались на старых троллейбусах МТБ-82, желто-синие, многие еще застали. Он трогался, и еще даже не МТБ, а ЯТП, военные фанерные машины, колеса лопались, а что делать? Кондуктор или водитель шли в эту пивную, там был стационарный телефон, они звонили себе на базу, а база была вот там же на Степана Халтурина 2, и там были, видимо, рабочие техники, которые, если это была зима, они брали колесо, клали его на санки и тащили через весь город, а если это было лето, они просто катили его. Вот представьте, от Степана Халтурина и до вокзала. И при этом пассажиры не выходили. Им легче было там сидеть, раз уже заплатили они за проезд. Причем билеты были что в баню, что на троллейбус. Там не напечатали у нас отдельных. Они были вот одного образца. И поэтому сейчас проезд в 60-е 4 копейки. В начале 60-х 5 копеек. Еще раньше 50 копеек до реформы. А там может быть столько же сейчас. И кондукторов не было? Компостер. Ну, как не было, были кондукторы, вначале были. Причем тоже бедолаги, думаете, вот только у водителя была нелегкая участь, а кондуктор. Вот там у нас, когда троллейбус провели, то история-то была такая, что вначале трамвай хотели до войны, было трамвайное управление, трамвайное депо начали строить, вот где авиационный техникум на Октябрьском проспекте. И троллейбусы решили только потому, что на складе была куча трамвайных проводов. Вот, их решили использовать на троллейбусные. Но они имели свойство такое нехорошее. Если погода была плохая, они обледеневали. Ехать-то нельзя было. Поэтому вот кондуктор вылезала на крышу, сидела на крыше, брала палку какую-нибудь отбивала. И по пути лед сбивала, чтобы ехать. Вот. Сейчас даже не представить. Да что сейчас представлять, когда люди знают только, куда заливать бензин и куда заливать в лучшем случае воду для омывателя. А больше и знать не надо для машины, тем более обслуживать ее там. Цивилизация. Если, вот, кстати, если даже еще там лет 20 назад все автомобильные журналы там или специздания, они были на тему, как что отремонтировать своими руками, то теперь это же ушло, теперь только автоиздание, это купить этот автомобиль или этот, или в интернете нет, в интернете генерируется полно, можно найти. Да, если интересно, лучше, если хочешь что-то своими руками сделать. Нынче вот, такие машины, можно что лучше найти. Туда не лазить. Хотя вот есть еще ветераны. Я, например, недавно приезжаю в гараж, и дед такой, дед у меня сосед, лет 70, с хвостиком большим. Он говорит, помоги коробку мне поставить. Я куда? Он говорит, в тройку, у него Жигули. Вот 2103, ветеран уже такой, там, 70-х годов. Я говорю, а я сам делаю, у меня денег нету в сервис. И вот мы с дедом твоим, я сверху, он снизу эту коробку установили, прикрутил. Я говорю, да, вот слушай, ты живой раритет, что сейчас вот кто-то бы из автовладельцев бы стал бы вот, и вещи делать, это уму непостижимо. Масло, ну ладно, вернемся. Забыли. 50-е, мое любимое время, то все это у нас мрачные аспекты, ДТП, там что-то. На самом деле у нас 3 минуты, 3-2 минуты вот, остается. Может, мы продолжим, еще одну программу посвятим. Да, да пожалуйста, да, можно. Да. Хоть каждую неделю у меня что-нибудь да найдется. Да. Ну вот, а то все у нас и это девушки в ватных штанах, и все такое мрачное, но вот 50-е годы, это вот мой самый любимый период, это очарование стиля, это самые красивые автомобили. Это и «Победа» легендарная, это и наша знаменитая «Волга» ГАЗ-21 с оленем, если кто забыл, с оленем. Это и представитель лимузин, скажем так, «ЗИМ» ГАЗ-12. Вот они у нас снова сейчас появляются, хотя не было ни одного, благодаря коллекционерам и реставраторам будут эти «ЗИМы». Хотя их было, столько, даже скорая помощь эти «ЗИМы» были. Это, если кто не помнит, это такая длинная, чуть видоизмененная «Победа». Почти вот, поменьше, чем нынешний свадебный лимузин, но все равно очень хорошая машина. То есть современным языком универсал. Это и знаменитые львовские автобусы. Вот как у меня называлась голова, «Облака» за зеленым стеклом. Когда ты едешь, и на крыше вот это прозрачное стекло, едешь, смотришь не только в сторону, но и на небо вверх. Это и наши легендарные троллейбусы МТБ-82.
Я хочу опять напомнить, что, в общем-то, эти троллейбусы, они были содраны с американского автобуса General Motors, не кем-то, а именно вятским инженером. У нас долгое время жил такой Лейферов. Но он работал у нас. Будучи у нас, он... Он работал в Москве, и в Москве были троллейбусы войной для иностранцев со стеклянной крышей полностью. Вот это я даже в интернете не мог найти. Возили вот. И были старые фанерные троллейбусы типа ЕТБ, которые ходили. После войны решили облагородить. Им сказали разработать, ну давайте подешевле фанерную машину туда-сюда. И молодые инженеры на одном из оборонных московских предприятий, они сгоняли на кладбище трофейные и ленд-лизовской техники и нашли американский автобус General Motors. Вот к нему приставили рога, чуть-чуть изменили его, и получился троллейбус МТБ-82. Но там была детективная история, должны были дать чуть не сталинскую премию. В итоге инженер оказался Лейферов и ревежил. Вот еще в начале 2000-х я с ним лично был удостоен чести с ним встречаться. Вот это прародитель нашего ушел самого... жизни сейчас уже. А сейчас я даже не знаю. Ну, дети у него есть и работают и в Кирове, и в Чепецке. Евгений Альбертович, очень-очень интересно. Давайте будем продолжать. Но вот на сегодня, к сожалению... Ну, мы доехали только до 60-х. До 60-х. У нас еще замечательное время. 60-е остались за кадром. За темы 70-е, даже 80-е. Давайте будем продолжать. 90-е, это же вообще, это же нашествие иномарок, это же отдельная тема. Каждая эпоха, безусловно, уникальна. Я напомню, что эта программа сделана в Вятке. Начали мы говорить об истории автомобильного транспорта, не закончили. Будем продолжать, безусловно, именно в рамках этой программы. Спасибо, Евгений Питонин, историк, краевец, президент Вятского ретро-клуба, руководитель Музея инженерных наук при ВятГУ. Спасибо, всего кто доброго. Слушал. Я думаю, что было чуточку интересно. До свидания.